Всем привет, меня зовут Ким, это специальный обзор для компании NVIDIA. Сейчас вам придется немножко сделать погромче, потому что это аудиостенд компании LG. Здесь всегда вообще на самом деле громче. Сейчас еще более-менее нормально, сейчас мы музыку потише сделаем. У LG началось активное партнерство с компанией Meridian. Это компания, которая занимается акустикой, специально вот только этим. Поэтому теперь новые гаджеты LG, но не только вот такие маленькие прикольные колоночки в нескольких размерах, но и в том числе большая акустика, она стала еще лучше по качеству звука. Пойдемте покажем вам саундбар. Модель номер один – это саундбар SK10Y. Вот эта вот штучка может показаться вам уже знакомой, такое у LG есть, но это по качеству звука, по продуманности, по разным именно аудиофильским техническим моментам лучше, чем то, что было раньше. Во-первых, хотя бы потому, что здесь именно задействовано партнерство со специалистами компании Meridian. Написано Great Sound на экране, и специалисты компании Meridian занимаются именно таким премиум звуком, премиум качество звука. И да, ну давайте просто послушаем пару секунд. 550 ватт максимальная мощность саундбара, там есть внизу сабвуфер. Еще пару характеристик выписал, очень важных, это поддержка формата Dolby Atmos 5.1.2, технология Bass & Space, разработанная как раз специалистами компании Meridian с целью максимального погружения слушателя в происходящее на экрану, независимо от положения в помещении. Вот это, пожалуй, очень интересно. А также есть поддержка разных беспроводных штук, в том числе технологии Chromecast от Google. Для продвинутых аудиофилов это может быть интересно. Но это саундбар, а если вам вы чуть моложе, скажем так, в хорошем смысле этого слова, пойдемте вам покажем две интересные штучки, которые есть вот там вот. Вот к этим двум приборам будет пробраться сложнее, потому что вот ажиотаж, который вызывают эти две колонки диджейские, для вечеринок, для дома. Модель называется OK99. Диджейские разные фишки. Просто дома слушать музыку и так далее. Посмотрите крупненько. Да. По характеристикам быстро пройдусь. Это звук 5.1.2, два динамика, 1800 ватт. Есть подсветка, есть функция караоке. Есть два USB, FM, аудио вход, вход для диска, а также объемный звук, разнообразие цветов подсветки, ну и, как повторюсь, функция диджей-караоке. Вот уже начинается, смотрите. Hello everybody, welcome to the LG. Аудио новинки от LG, разнообразие, конечно, поражает. Корейские звезды, диджеи приходят и так далее. От маленьких колонок до саундбаров и вот таких вот домашних для вечеринок штучек. Это все новинки 2018 года, выставка CES 2018 в Лас-Вегасе. NVIDIA. Нам не все равно.